Несчастный случай, произошедший с Юлией Карасевой несколько лет назад, по ее словам, разделил жизнь на две части. В прошлом крепкая молодая спортивная девушка даже не могла подумать, что она больше не сможет ходить. Но Юлия взяла волю в кулак и не дает себе унывать. Как раньше, занимается спортом и показывает отличные результаты, одерживая победы в различных состязаниях одну за одной. Спорт для меня – это выход в жизнь. То есть поездки по городам, да, чтобы, ну, например, вот все куда-то ездят, там, в Европу, там, в Америку, куда-то всех куда-то тянет за пределы нашей страны. А я еще свою страну плохо знаю. Я хочу посмотреть наши города, по Золотому кольцу проехаться. Я еще не ездила, не успела до 28 лет покататься, да. По словам Юлии, спорт дает ей новый заряд энергии. Общение с новыми людьми, поездки – все это не дает думать о грустном. Юля пробовала себя в различных дисциплинах, но решила остановиться на настольном теннисе. Раньше играла во дворе, а вот профессионально занялась им только в 2014 году. Тренировки не проходят даром. Две недели назад Юлия вернулась с золотом со спортивного фестиваля «Пара Крым-2015». Ну вот, и я, как всегда, выбрала опять настольный теннис и дартс. А настольный теннис, я же занимаюсь этим видом спорта, поэтому почему бы мне его и не выбрать? Заняла первое место. Соревнования объединили свыше 450 участников с ограниченными возможностями из 62 субъектов Российской Федерации. Наш город и Конаковский район в Тверской команде представляла Юля. В рамках фестиваля состоялись круглые столы, мастер-классы и соревнования по плаванию, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике и пауэрлифтингу. Сейчас Юля раз в месяц занимается в Твери под руководством старшего тренера отделения адаптивного спорта. В будущее далеко не заглядывает, но знает, что поставленных целей добьется.